Привет всех, с Новым годом! Сегодня будет много шороха, прошу прощения из-за этого, мои дорогие, мои самые-самые лучшие, как я по вам соскучилась. Даже описать сложно, 2 недели меня в Новом году не было. Вначале я немножко приболела, потом времени не было снимать для вас ролики, видео, хрусты. Купила неделю назад, вот сегодня делаю обзор. Будет много шороха, новые сорта, очень много новых сортов. По полкило одуляр. Не буду вытаскивать, просто покажу, а уже буду видео снимать потом. Двоечка, тоже глина. Двоечка, 500 грамм. Бисквит. У меня не было этих сакура, этих сортов у меня вообще не было. Вот новый завоз, голд, по полкило, коралл, песочная, по-моему, с виду написано, маковка. Маковка, кто любит маковку, пишите комментарии, что с тем, как бы хрустеть. Жидцай желтый. Малиновка. Юпитер. По полкило есть еще 2-3-килограммовые глины. Миндаль. Прям очень-очень радует меня это. Орский крем-брюле. Крем-брюле похож с виду на Астану. Орские сливки. Галина. Имена пошли. Шестой Наполеон. Очень красивый вид. Очень. Абрикос. Жетсай загадка. Больше 70 килограммов я купила. Городецкая. Самоцветы. Глинка. Вот красивенькая. Карамель глина. Первый пакет только. У нас таких пакетов 7 у меня. Кембрийская 1 килограмм. Это уже килограммовые. Туркестан. Коричневый 2 кило. Уральская очищенная 0,5 кило. Астана розовая 1 килограмм. Кудряшка, Туркестан. Туркестан классик. 2 кило тоже. Туркестан плитки. 2 кило. Здесь Астана 2. Астана 1, 2 кило. Уйгурская серая килограмм. Чародейка 2, 1 кило. Астана идеал 2 кило. Туркестан белый обычный 2 кило. Еще белый 2 соленый купила. Вот белый 2 кило тоже. Вот этот соленый наш сорт у меня не было. Я первый раз буду пробовать вместе с вами. Еще у нас тут очень-очень много вкусняшек. Шайбочки маленькие, разные.
6 штук. Это как бы в подарочек поставили мне бонусом. Шарики по 2 штуки. Это я уже заказывала. Как бы Орская голубая. 0,5 кило. Здесь голубая лагуна. Но она очень темно-серая. На голубую никак не похожа. Какао глина. Тоже 0,5 кило. Тут глиномелы 20 штук, по 2 штуки каждая. Крошка мела 1 кг. Крошка мела снова 1 кг. И тут 5 кило крошка ассорти глины. Дорогие, пишите, 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 что с чем совмещать, как кушать. Ассорти глины 1 кг. Тоже заказывала. У меня еще глиномелы по 2 штуки, 43 вида тут. Все для вас. Это уже рафинад, глиномелый рафинад, подарочек. Закинули пиленный ассорти пиленного мела 1 кило, тоже в подарок. Ассорти мела из Белгорода 1 кг тоже. Очень шумно, я вас понимаю, не ругайте. Только ассорти мела из старой Орской 1 кг, тоже подарок. Здесь у меня 2 кило пудра мела и 3 кило пудры крошка пудра, прям глин. Это не буду доставать. У меня еще не было, вы говорили, несколько раз писали. Тенгиштарас, все виды по одной коробке. Тенгиштарас красный. Есть коричневый. Есть синий, есть тенгиштарас белый. Вот, все по одной коробке. А тенгиштарас зеленый. Я его даже пробовала. Это вообще... Ставки 500 г. Северное сияние 500 г. Семечки 500 г. Красное сердце. Арахис 500 г. Актобе. Один. Частично пригласила, полностью нет. Орешки тоже 500 г. Оранж 500 г. Ирина 500 г. Алина есть, Ирина есть. Еще что будет? Башкирская 3 в 1 500 г.
Тут у меня еще по 100 грамм 72 вида. Вот, глины, видно, не видно. По 100 грамм. Весь ассортимент, который у нее, у этой девочки есть. Продавец Анастасия. Коричневая, соленая. Орешки. Семечки. Мокка. Подсолнух красный. И так далее. Буду делать хрусты. 5-6-7 видов возьмем и сделаем хруст. Как бы так, мои дорогие. Все, я вам показала. Ценю, уважаю, люблю. Вы у меня самые-самые-самые. Все, у нас уже начинается как бы режим ежедневного выкладывания видео. Столько ассортимента, вы все увидели, только не хрустело, кроме Тынгыштараса. Присылайте свои пожелания, комментарии, что с чем покушать, похрустеть, мокрый, влажный, в кашку, в супчик. Жду. Пока.